Всем привет! С вами Бином Ньютона. Здесь самые актуальные вопросы, самые интересные люди и самые независимые мнения, которые нередко оказываются противоположными. Сегодня мы поговорим о модном в последнее время явлении – похищении невесты. Что это? Возвращение к старым традициям или новые обычаи? Но для начала – видео, взорвавшее соцсети. Блогер София Аланская убеждена, что похищение девушки никогда не было традицией, скорее шагом против нее. Но сегодня у этого ритуала несколько другой оттенок. Причины воровства могут быть разные – тяжелое материальное положение, смерть кого-то из близких, возражения родителей. А всем ярым противникам этого новомодного обряда София предлагает представить себя в тяжелом финансовом состоянии и поразмыслить, как бы он или она создавали семью. Однако бурка и прочая атрибутика – это всего лишь попытка выдать похищение невесты за старый красивый обычай. Отсутствие финансов, видимо, должно говорить о безвыходности ситуации. Хотя есть и другие способы создать семью. Своим мнением поделился основатель школы остинских традиций Валерий Абиев. Это было позорно, это было неправильно, и я считаю, что и сейчас это неправильно, когда ссылаются на момент, что мы не в состоянии сыграть свадьбу. Я задаю всегда вопрос, а неужели свадьба это самое главное? Я ставлю фактор свадьбы на сегодняшний день на последний ряд. Я ставлю опять-таки во главу угла прийти одной фамилии к другой, поговорить, прийти к общему знаменателю, дать друг другу руки и заключить настоящий осетинский договор. После этого два человека могут жить спокойно и заниматься своей жизнью. И для этого играть свадьбу, наверное, не самое главное, чтобы люди наелись, напились и потом еще обсуждали, было чего-то мало, а чего-то много. И более того, через 2-3 месяца люди могут развестись и еще лет 10 платить кредиты. Это не самое главное на самом деле. Весьма сложно представляю себе эту ситуацию, когда Миноварта подает руку отцу девушки со словами: «Свадьбу играть не будем, сами понимаете, кризис, в общем, завтра заедем за вашей дочкой, будьте готовы». А своим мнением с нами поделился спикер молодежного парламента Тимур Сагеев. Как правило, кража будущей невесты, она не происходит против воли девушки. Как правило, сегодня такая реальность. К сожалению, бывают случаи, когда это бывает и против воли, но мне лично, в том числе по моему опыту, известны случаи, когда истинная кража в классическом ее понимании происходила, в том числе у молодых людей, практически моих сверстников, и на сегодняшний день для меня и для многих та семья, которая в итоге сложилась, является образцом. Если сегодня звучат речи о том, что, возможно, это можно было бы сделать иначе, там, в соответствии там, с общероссийскими какими-то нормами, например, переходить к формальному сожительству, либо оформлению своих отношений только ЗАГСом, то я не являюсь сторонником этой позиции, потому что все-таки у нас в Северной Осетии, я считаю, что определенная обрядовость должна быть соблюдена, и именно вот этот обычай в его классическом понимании во многом дает возможность, соблюдая обычаи, создать ячейку общества, создать семью. Однако новоиспеченный жених может оказаться за решеткой, так и не успев насладиться семейной жизнью. По словам юриста Алана Тедеева, с точки зрения права, кража невесты образует законченный состав преступления – похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Всем участникам действа грозит от 5 до 12 лет. Там зачастую девушку просят написать заявление, что она добровольно села прокатиться с джигитами. Но надо понимать, если она передумает, кунаков жениха ждут серьезные неприятности. Традиции прошлого претерпевают изменения во всех сферах. Когда-то попытка приобнять девушку при встрече также могла стоить жизни. Сегодня это ежедневный обряд. Скорее всего, похищение невесты не самый лучший из возможных вариантов, но, по-видимому, пока что самый приемлемый. У осетин никогда не было традиции воровать невесту. Испокон веков это считалось позором. И если уж вы решились на подобное, не надо прикрываться выдуманным романтическим национальным обычаем.
Когда я слышу о том, что молодые люди говорят, что похищение невесты, похищение девушки, да, вот в том виде, в котором это происходит сейчас, это старинный, красивый осетинский обычай, я в это не верю, мне от этого бывает смешно, потому что ни в одной книге, где описаны вот эти традиции и обычаи, обряда похищения невесты просто нету. И поэтому я считаю, что нельзя обманывать самих себя и окружающих, говоря о том, что это традиция. Надеюсь, нам удалось прояснить этот сложный вопрос. С вами были Наталья Цхавребова и Ирина Сугарова. До новых встреч! Сложный вопрос? Тоже мне вином Ньютона.